Газуй, 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 газуй! Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Rabbit Mock, King on Fire. Очень много классных подписчиков, пацаны, скажите крутые слова. Всем привет. Всем здорово. Мы взяли очень классную карту для того, чтобы на ней записать погоню. Я буду злодеем, который угнал машину, а пацаны все остальные будут копами и должны меня зажать и не давать двигаться 5 секунд. Если я 5 секунд не могу двигаться, пацаны могут смело меня просто мочить базукой в голову. Раз, два, три. А нет, стойте. Если опять будете, приятного аппетита, а мы будем начинать. Можете меня ловить. Давайте поизучаем, покатаемся. Пацаны, пока меня догонят. О, Серега, а ты какой скин? Папайрус? Нет, ты полицейский. А у тебя машина старинная, да, полицейская? Да, очень старинная. Понял, понял. Я буду потихоньку ехать, чтобы вас троллить. Ого, вас там. Эй, вы друг друга толкаете. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Это конец карты? Да, это конец карты. Конец карты, зажимайте его! Нет, 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 нет! Газуй, 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 газуй! Нет, я двигаюсь, ура, ура, ментовский разворот. Как учил меня прадед. Отлично, наваливаем. Я за Димасом еду. Фух, Серега, еще бы чуть-чуть и поймали меня. Сейчас поймаю. На тебе, как в фильмах, чтоб ты жопу... Полицейский разворот. Рыбий хвост называется, когда вы в машине жопу заносите. Ой, конец карт. Калашматки. Калашматки. Наваливай, Димка. Так, я буду дальше потихонечку ехать. О, привет. Привет, все. Это ты? Да, я. Прощай. Классный город, очень большая карта. Катаемся. О, сзади уже. Пацаны, давайте, если вы меня не сможете ловить, можете брать машины, там, где есть оружие, пулеметы. Тогда будет мне реально жестко, тяжело. Пуля машина у меня разрушается. Да вы зачем друг друга занимаете? Они просто не знают, как физика управляется. Боже мой, кто вас учил водить, алло? Права купили, Серега. Продажные полицейские. Это было очень глупо. Ох ты, вот это увалили. Я уехал. Димас, ты меня вынудил взять другую машину. Я знаю, что эта машина, очень сложно вам будет на ней убить меня. Можете даже танки брать, любую технику военную. Все. Вот это будет классно. Кстати, буду выживший, единственный в городе. Давайте, только мочить меня. Друг друга не мочить. Да ты меня не поймаешь, что это корыте. Да, надо уметь ездить сначала на машине. А потом уже ловить меня. Я профессиональный водитель. У меня ABCDEW категории. Я так понял, мне сейчас придется скрываться очень жестко, да? Да. А движок у меня шипит, слушайте. Уже все, движку жопа. Ой, заглыхает машина, эй. Заводись, корыто. А вон он ты, я вижу. Привет. Ого, Серега, ты чё? Я думал, ты будешь рядом кататься, ты сразу гасишь. Вовремя, вовремя я увернулся, ребят, это было очень близко. Это было очень близко. Надо уклоняться максимально. Ух ты, рядом. Ух ты, это было очень близко. Ого. Машина реально подглыхает. Сейчас я разгонюсь и догоню тебя. Так, давайте пока постоим тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, машина, заводись! Серега, она еле заводится! Подыхает уже, да? Да. Привет! Моя машина дымит! Эй, тихо-тихо-тихо-тихо! Уничтожили, хорошо, сейчас другую возьму машину. У нас же разные тут тачки есть. Серега, ты не понял, если я к тебе подсяду? Так. Привет, я подсяду, подсаживайся. Так, Серега, взял другую машинку. Более маленькую, чтобы было тяжелее попасть.
Понял. Ну чё? Танкистам не, так, не всем равно, какая тачка. Я слишком жирный. А, объезжаю. Ого, вот это было так тупо вообще. Что такое? Тупейшая смерть. А, тебя убили уже? Да выстрелом в голову. И пуля была непростая, пуля была снаряд из танка. Бронированная, бронебойная. Ой-ой-ой-ой-ой. А я катаюсь на джипике. Где он? Ух ты, Раббит сегодня вообще мочит. Красиво. Смотрите, какой псих-убийца на танке. Надо на уроду так сыграть. Так, надо тогда очень быструю машину брать, ребята. Только быстрая машина сейчас меня спасет. Я найду, и я взорву тебя. Вот этот, который задрот меня убивает с первого выстрела, он по-любому в World of Tanks играет. По-любасу. Танкист, есть пробитие. Эх, блин, так тупо поддуло подставиться. Чокнутый, вот чокнутый, а? Псих-одиночка, привет. Ну что вы там, а? Сейчас надо мне немножко эту фору, наверное. Ого, уже снаряд, видели, пролетел над башкой? Надо петлями какими-то наваливать. Надо очень быстро ехать. Надо очень быстро лупашить. Со всей силы. Ах ты, блин. Наваливай, машинка моя. Я его только что видел, но потерял. Где же Дима? Я валю, Сережна. Я за ним. Ну давай. Пошли играть. Ах ты, говно, а ну. А, за мной, чувак увязался, отвали. Так, ой, я живая мишень. Сейчас найду Димаса, как бомбану его. А я красиво уваливаю. Кстати, я очень долго выживаю, с тем учетом, что вы на танках. Ой. Ой-ой-ой. Кто в танке, я говорю вам то, что я от вас сваливаю. Да, Димас? Да. Ну и куда ты спрятался? Ой. Вот это снаряды быстрее. Так. Ого, ты... А, вот он ты, говно, я тебя увидел. Все, хана тебе. Так, куда Димка спрятался? Я без машины уже. Привет, Сережка. Ой, это было рядом. Беги, Димка! Тебе пешком посложнее выживать. Ух ты! У тебя вроде шансы есть, как-никак, против тех, кто... Ну да. Ого, они меня уже выдвинулись умывать все. Привет, Димас! Отвали! В воздухе умер! В танк улупился, нормально. Да. Косожопый, дурачок. Ля-ля-ля-ля-ля. Блин, ну ладно, убил. Красиво. Танки помогают играть. Если в них поиграл, то всегда... Да, видно, что задрот жесткий. Оно ж видно сразу. Не понял, это кто по мне там стреляет? У меня новый грузовик, не мешайте. О, пиздел, а? Эй, колесо пробили. Колесо? Ай, блин, голову пробили. Чистая. Димас, давай, может, ты тоже возьмешь уже какой-нибудь... На танке? Да, тоже танк. Что-то посерьезнее, чтобы было одинаковое у нас шансы, да? Ну, да. О, хорошо, я возьму сейчас нормальную машину. Сейчас, чтобы я ее покрашу, чтобы вы ее отличали. Желтый броневик, дайте только я уеду. А, я не могу им управлять. Ну да ладно, давай. Косожопые все, красиво. Броневик, как всегда, рулит. Ой, косой. Обстоятельства. Ой.
Так, куда тебя... Эх, отвали! Отвали! Ого! Слышь, задрот танковистый. Придется мне тоже танк брать, я уже понял, что шансов у меня... Я же говорю, танк бери. Ну а вдруг повезет? Ну вдруг бывает только, знаешь, пук. Ой, что-то в воздухе танк завис. Вот сила какая. Вот это сила. Вон он, Димас. Ай-яй-яй-яй-яй. Это ты на танке? Это не Дима! Да блин, дай попасть, дурак! Ну нафиг! Ого, я отрикошетила пуля! Огонь! Та дула, разворачивайся, говняная! Та блин! Так, Серега, сейчас я возьму другой танк, ждите меня! Ах ты говно! Как вам это, огонь? А у меня танк все равно целый, Димас, я живой. Я тоже. Как? Каким я образом? 5 хп. 82 хп, я до сих пор жив. А не надо! Ой, красиво, смотрите на эту красоту. Серега, живой? Урона вообще. Да. Урона вообще. А, нет, умер. А я хотел сказать, как это ты обманываешь, как я, 1 хп, да? А я живой до сих пор, да. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!